Видеоинструкция по эксплуатации генератора СДМО R110C3. Для запуска необходимо перевести переключатель массы в положение вкл. После этого переводите ключ в положение зажигания и ждете, пока загрузится панель приборов. Это происходит в течение 30-40 секунд. Холодное время может занять чуть больше. Все, вот вы видите показания приборов, то есть это стартовый экран. Для того, чтобы изменить язык, вы крутите колесико и нажимаете на него, чтобы выбрать ОК. Все, у вас написано Press Start to Start. Вы зажимаете вот эту кнопку, нажимаете довольно сильно, потому что не всегда срабатывает. Для подключения кабелей используется клеммная колодка вот здесь. Также можно использовать розетки, так называемые сокеты. Здесь находится главный автомат. Последовательность действий такая: вы запускаете генератор, он в течение минуты выходит на рабочие характеристики, и потом вы подкидываете автомат, и соответственно выключение происходит в обратной последовательности. На работающем генераторе выключаете автомат и потом кнопкой стоп глушите его и поворачиваете ключ off. Для того, чтобы во время долгих простоев экономить, не тратить заряд аккумулятора, вы при долгом отсутствии работы переводите переключатель массы в положение выкл.